Так, ну сейчас получается вот после этой тропы мы решили поехать в порт Лауне. По вот такой живописной, красивой дороге. Просто прям шикарная дорога. Сейчас, короче, проезжали чайную фабрику, проезжали. И там сидели, короче, местные жители, местные аборигены сидят, там растафарайцы. И типа то мы там, ну, поздоровались с ними. И они типа то, пойдемте к нам, пойдемте чаем угостим вам, пойдемте. Кстати, смотрите, вот как люди живут. Нету заборов, люди, просто вот. Hello! Опа, какой большой мир. Что, вы установились сорвать папайю? Да, сейчас мы. Получится там? Думаю, да. Давай. Автомобильчик остановился, видели, что мы, ну, остановились здесь, он увидел, таксист. Остановился, говорит, может вам помощь нужна, говорит вам. Как бы молодцы, да, вот так вот. Угу. Ну, по какой причине туристы остановились? Что случилось? Да, помочь вдруг надо. Да, вдруг помощь какая-то нужна. Пробуем, попробовать. Желтая должна быть. Давай самую нижнюю. Так, ну теперь осталось. Так, сок, он липкий. Так, ну почему? Бросим его сейчас в багажник автомобиля и на пляже попробуем его вскрыть. Сорвался ее бананчиков там, скажем, да, там. Вот мы ехали, нам ребята кокос сорвали. Да, давай сейчас тоже кокосы смотреть. Да, кстати, кокосы надо смотреть. Кокосы, да. Бананы смотреть. Ой, кокосик, да. Угу. Сорвали вот так по дороге фруктов. И на пляж. И, ну, даже денег тратить не надо на вот это всего. Получается, тебе надо, чтобы здесь жить, получается, что надо? Тапочки купил. Сколько? Ну, год ты будешь носить, ладно. Купил тапочки за 1000 рублей, да? Шортики купил, маечку купил. Пускай общий у тебя 2000 ушло на это все, на всю эту одежду. На питание тратиться не надо. Спать можно хоть где, блин. Тепло круглый год. Просто реально здесь какая экономия. И климат прям очень хороший. Всегда тепло. Нету никаких ни штормов. Да? Угу. Ни всяких там волн больших нет. На пляже спят там люди, отдыхают. Класс, кайфуют люди реально по жизни. Они родились в раю. И все. Ты же послушай, как птички поют. Смотрите, какой вид шикарно открывается. Также не забываем по сторонам смотреть. Вдруг увидим кокос или манго растет какой-нибудь. Так, заходим в магазинчик, остановились все по дороге. Hello. Так, где моя? Так, ну что, давайте быстренько по ценам пробежимся, смотрите. 125 грамм, 27. Какие вот цены? 18. Прокладки, если кому-то надо. 15, 13, 19, 44, 45, 17. Ну, такая вот 28, 44, 44. Ну, это 20, тут стоит 35, большая уже. Комы 30. Мыло 27 получается. Антисептик вот такой маленький стоит 9. Мыло вот такое вот. Ну, пожалуйста, цену все. Ролтоны 22. Короче, томаты 44, фасоль там 19, пиньоны 34, 26, 23, макароны получается 22, кофе 128, сливки 120, ну вот джемы там всякие, вот арахисовая паста 60-40, такие вот цены, рыба он всякий тут, 114, короче, получается 2 ролтона, булочки 1, 2, 3, 4 булочки. Это мелочи? Какая у меня мелочь, деньги у тебя? Сто 14 рупий отдали, это получается 500 рублей мы отдали, получается, ну,
на русский перевести, то взяли 2,5 литра воды, булочки, 2 роллтона и одно мороженое. Одно мороженое только стоит 70 рублей, да? Угу. Приехали на этот пляж, значит, ну все. На скалах там, смотрите, крест стоит. И сразу рыбаки, он запарковались. Сейчас пойдем посмотрим. Вот тут. Стринги надели. This one. Кстати, он тоже продает путешествия. Фига, там, смотрите, какие удочки. Вот это катушка, блин. Вот это вот катушка тут у них. Сейчас там посмотрю, что там. А мне, конечно, если они рыбалку продают. Ну, в основном тунца ловят, смотрю, фотографии тунца. Ну-ка, смотри, какие рыб поймали, какие здоровые. Фига себе. Тут тоже с ними вокруг. Четвером аж держат. Hello. Вот они. Сейчас я так повернусь, покажу вам. Растафарайцы сидят там что-то. Прикимарили там такие сидят. Вот так вот, вот они там сидят, там кайфуют, блин, по жизни прям. О, смотрите как. Просто перфекто. Белиссимо просто. Нам надо в тенек. Примем солевые ванны океанические. Потому что сегодня уже весь день шатались оттуда-сюда, гуляли. Охота. Охота уже, да, пойдем? Охота уже это. Завалиться, поваляться. Здесь пойдем? Здесь? Ну давай. На середине, чтобы хоть туда. Давай. Хоть туда. Смотрите, как лодки сделали из кокосов. Да, давай, прям можно, да, прям. Или свои вещи здесь лежат. Вот, давай вот здесь, да. Короче, ребят, сейчас вам покажу, как местные ребята кайфуют тут на пляже. Короче, смотрите, вот видите, вот они сидят, пьют виски, кайфуют, сигаретки покуривают, на океан любуются. Вот жизнь удалась, ребят. Сразу надо же было родиться так в раю сразу. Вообще прям круто. Я специально прошелся так, показал. Прям действительно круто. Они, мне кажется, даже поняли, да, маленько сейчас, да? А вот так это, давай, давай. А там, походу, какой-то отель устроился, да? Забросили его. Смотрите, ребят, ананасы растут. Они здесь еще зеленые. Вон они красные такие. Зеленые у них. Ну круто. Вдоль дороги растет ананас. Пожалуйста, блин, закалы радуйся. Бананы, кокосы, ананасы. Папайи, манго, блин. Смотри, сколько их тут много. Просто, блин. А сейчас был бы он спелый, я бы сорвал бы, а. Проезжали сейчас мимо, увидели. На карте такой пляж Анс Барбаронс. Короче, решили остановиться, ну, пройти посмотреть. Но здесь, так понимаю, все прям... Кстати, здесь вот через сетку весь бассейн, короче. Но он похож на реконструкцию, так понимаю. И здесь вообще народу никого. Ну, круто, конечно, смотрите как. Ну, классно, да? Здесь волны хорошие, такие классные, красивые.
Но здесь все походу реконструкции, все видишь, ремонтируется. Там вообще бассейн должен быть. Ну, круто, конечно, круто. Очень классно. Вон местные уже, вон, сидят в теньке, поработали, все. О, 3 часа уже, ну, круто. Ну все, наработались люди, 3 часа уже. Они уже как полчаса сидят уже, отдыхают. Ну и быстренько сюда забежали, потому что там охрана даже, мы заехали на байке. Он нам типа, нет, типа, то выезжайте, выезжайте. Я говорю, минут нам дай посмотреть, мы посмотрим быстро и убежим. Он такой раз на телефон достает, такое время посмотрел. Он за нами аж, наверное, прибежал. И все, типа, ну ладно, типа, то идите, минуты погуляйте. Ну вот местные пошли, видите. Да, пошли загорать, все. И домашку не задают в школе. Да, да, домашки нет у них. В школе отучился. С утра там, скажем, до 2. До часа отучился и все. Там, наверное, один наказ. Дети, чтобы классно отдохнули. Да, после школы. Да. Домашнее задание. Всем сегодня не на море, всем в океан сегодня. Да. Так, чтобы все сегодня искупались, на пляже позагорали. Кто это не сделает, тот получает 2. Ладно, мы едем дальше пока. А едем мы на пляж, короче, Бувалон. Расскажу потом, зачем мы запремся опять второй раз. Thank you, brother. Hello. Все, едем на пляж Бувалон. Бувалон. Сейчас смотрим направо. Направо, потом налево. Вот здесь зажигание. Hello. Спроси, сколько стоит хамач. Фарамбовка хамач. How much? It's the fruit. I said it. Like that. 50. Oh, the 50, oh? Russian? How much is it? Rupees? Yeah. How much is it? Больше? Ну, это больше. I can put like 2 more for you. Yeah. This is sweet? Very sweet. Что? A friend. How is it? Sweet, no? The star fruit is sweet, no? Mm-hmm. I just give okay. Him. Okay. Huh? Oh, нет, спасибо, мы уже взяли. Ну, вам понравилось? Вкусный? Ну, ничего, так как, типа, между тренингами, я вот там. Видите, он только чистит ее. То есть ее надо не просто ее, он... срезают и кончики всякие, вот эти вот твердые. Ну-ка, почисти-ка. А вот руками грязными, чтобы... Ой, да ладно, я съем. Он стерильный, смотри, где солнце. Ну. Fresh coconut. Can one clear? Clean. Да. Все, посмотрите, как он сразу будет чистить. Чтобы понимать, как это чистится. Вот он. Ну. From Russia? Yes. А ты откуда спроси? Where are you from? From here. Russia? No, here. Moscow? Сибирия. Moscow? I'm from here. No, видишь он как? А, все, давай, все. Sorry, I don't have small bag, eh? Да, какашки, вижу. Вот он, знаешь, видишь, он смотрит плохие, если есть. Ароматная штука. Mm-hmm. Thank you. Okay. You like coconut? Oh, thank you. Вкусный, да? Реально.
пойдет для разнообразия. Угу. Приехали экзотические фрукты. Как это сочная айва какая-то. Угу. Сама айва-то она твердая. Когда хрум, то надо грызть ее. Это прям такая прям сочная-сочная айва. Вкусная. Ну, наедимся, прям домой. Домой наедимся. Не сейчас, потом. Когда? Да, никогда. Здесь, окей. Здесь лучше. Согласен. Окей. Здесь очень хорошо. Договорились. Здесь очень хорошо. А вы сколько дней будете? А вы здесь работаете? Я, это мой офис. Вот, надо нам уехать на Праслин. Когда? Завтра утром. Завтра утром. А, вы завтра? Да. Утром, а 24? Бэк, return back. А, вы будете там? Да, жить. А, там хороший. Вот, я хочу уехать. Да. How much? Сколько будет? Там. Да? А, у нас завтра нет, будет воскресный. О, нет. Ну, воскресный домой. И потом home. Обратно. Нет, нам надо завтра уехать, 24 приехать. Ну, нету. Нет, да? Завтра полный. А деньги можно снять где-нибудь, телефоном приложить? Онлайн-карта. Идите. Excuse me, sir. Excuse me. You want to know some information? Если вы идите так и чуть-чуть на конце этой дороги. Включи карту. Дорога. Ну, рядом 15 минут или 10 покажи, минут. Покажи, все равно по карте покажи. Так. Police station. Ага. Здесь. Ага. Здесь можно деньги. Банкомат там есть. И вы можете купить карту на как дата интернет. Ага. Там да, кабель и wireless. Рядом там есть фармация и супермаркет и банкомат все там. Окей. Спасибо. Только 10 минут или 15 минут. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. On YouTube. Да. Да, какой русский вообще. С Москвы, говорит, приехал. Уже плохо, да я шучу я. Уже русский стал забывать. Русский стал забывать язык, говорит. Это я шучу, конечно. Все полное на завтра. А, да, уже все. Да. Ну, суть в том, что я еще хочу сказать, как вот не зря, но вот мы встретили на пляже. Вот прозрачный. Да, каяк, ну это дикий прозрачный каяк. Я хочу сказать, это так же, помнишь, как вот мы встретили сейчас на пляже с тобой, да, молодую пару. Они же раз, говорит, мы ездили, да, и были пустые места. Угу. Вот так же, наверное, скупают местные. Да. И все, и если не купили билет, то тогда поплыл караход, там несколько мест бесплатно. Давай сначала покупаемся, потом пойдем. А вдруг закрыто? Хотя там далеко идти. Там и дело, тут солнце профигачит. Пошли купаться. Пошли, ладно. Купаться. Короче, приехали обратно, вот я. Что хотел сказать, Бувалон. Обратно этот пляж. Для того, чтобы. Вон и он идет как раз. Для того, чтобы купить билеты хоть как-то. На Праслин. На мои. Hello. Праслин. 160 евро. It's Пралин. On Sunday. After tomorrow. No. We need tomorrow morning and back 24 October. No, we don't drive. No. One day trip. Тогда нет. На один день найдем. Всего. Thank you. На один день нам не надо, конечно. Нам надо, чтобы у нас 21-го... 160 евро с класс человека, да. Один день скататься. Все цены? Это ну, 160, 320, да, евро. Но если бы вот туда и обратно, нас увезли бы 21-го, 24-го, привезли бы. Тогда бы, да, мы бы отдали эти деньги бы. Да. А так, конечно, ну... Ну и чё, видишь, куда? Видишь, занято, они же скатались. Ну, в тенёк, куда пляжем. Ну, пошли вон там. Вот. Лежаки что-то эти платные, интересно, бесплатные. Платные, да. Ну, значит, мы бесплатные ляжем. Так улыбается, смотрит что-то. Там. Да, он там мужчина сзади. Потому что, наверное, на камеру снимаю, он так улыбается. Ну, пойдем вон там дальше, вот здесь места, смотри, да? Куда-нибудь как прибомбимся, уже искупаемся, тогда домой поедем. Время тоже 4 часа, блин. Забыл про нас. Full. You see, yesterday I told you.
yesterday. I told you, let's go, let's go. Вчера он тебе предлагал. This morning I booked two people, and then I book another two, and then it's full now. Но теперь полный. Sunday you cannot. Понедельник. Sunday. We cannot. No. Let's go to Marine Park tomorrow. Marine Park, the snorkeling, barbecue, fish feeding. I made special price for you. Huh? The snorkeling. We go for how much? I will make it 160 together. 60 together? 160. 160. Special. Come and show you. Discount. No discount price. This is a discount price. Что будешь ты? Да ты посмотри. This is discount price. You will go these two island, walk здесь one island, погуляем, and then have lunch, see the chili park, and then snorkeling, fish feeding. Okay. Я тебя спрашиваю. You are my friend. Okay. За 150. At 6 o'clock? No, no. 9:30. 9:30. На один день, что ли? 9:30. 9:30. Come back at 4:30. А, в 4:30 обратно. You have motorbike? Ну, это нормально. Это you have motorbike? Motorbike? You can come at Eden Island? Eden Island, here. Sunset Cafe, Eden Island Plaza, and then Sunset Cafe. It's here, opposite. And then. Next time we go praline landing. Next time. Okay? Okay. You will enjoy this one. When you come, you will tell me, Justin, barbecue, yum, number one. Okay? Okay? No problem. Bye-bye. Все, поехали домой. Африканских Леонтьев тут вытанцовывает, как Заскон играет красиво. Да? Там вот спортивная площадка. Вот она. Кто-то там вот занимается. У каждого свои предпочтения в жизни. Ну, прикольно, что. Оп-оп. Круто. У него такие дреды, как у этого, у хищника. И ногой, рукой, опа-опа-опа, ногой, другой ногой, коленкой, грудью, видишь, он грудью, плечами. Купили еду вот здесь, это, в фастфуде. Короче, я взял себе из батата картофель фри, яйца жареные. Рынок, вон, целую тарелку риса. И что там, окорочок, да? Окорочок. И салат, капуста. Очень. У тебя 75? 60 рублей. А, 60? Это 50. Рис дорогой нынче. На 10 рупий. Ну что, вкусно? Да, я говорю, ну яйца. Картошка, мне нравится. Ловит на этого. Борис. 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 Отвлекнулся, смотри. Ты что, Борис, кричишь-то, а? Давай один. Заслужил, Борис. Заслужил. Все, охраняй дальше нас. Борис. Все, Борис. Лег, смотри, лежит, все. Никуда не уходит. Ну, короче, это, китаянка вот пришла. На рандеву. На рандеву, да. Покупать, короче, это, фастфуд. И вот он тоже стоит такой же, кореец или китаянец стоит. Он увидел свою, короче, девочку. Похожая такая же узкоглазая, сразу. С ног до головы ее так обглядел. И прям стоит, прям любуется, так смотрит, улыбка такая у него на лице. А что у него там, гитара у нее. Я Лене говорю, круто, говорю, а что, говорю, сейчас он это, с ней замутит, и все. На берегу она ему песни начнет петь, серенаду. Он из-за этого картошечку пожарит с рисом. Все, ну зовешь, вот там все. Ну, вы можете смотреть, как начинается любовь. Рождается новая семья, может быть, сейчас вот на ваших глазах. Вот. Она приехала сюда вот просто с подружкой отдохнуть. Он приехал с другом сюда просто жарить батат. И воссоединились два влюбленных сердца.
Да, она, видишь, она ему поет песню уже, все. Мне лично нравится, да? Да, Борис? Борис, тебе как? Нормально все? Все, скажи, все good. Молодец. Все. Вот мы и покушали. Он тебе нам подпевает. Вот они, собачки нас провожают. Он чувствует то, что хавка не провожают. Типа, то сейчас нас накормят, типа то. Он такой, что их типа забили. Черныш такой, да. Борис пойдем со мной такой. Какой тебе Борис? Они тебя так назвали, да? Пошли с нами, Борис. Короче, сейчас заехали в аэропорт. Ну, нам домой едем, короче. Но все равно мимо аэропорта заехали. Чтобы, короче, ну, деньги как-то снять, чтобы можно было приложить именно телефон, приложить к банкомату, чтобы снять деньги. Короче, здесь такого на Сейшелах нету, короче. Здесь можно это сделать, но только карта. Нет, да? Не видит. Да, да. Если вы кладете, он не видит, значит, вы нигде не снимете. Да. Он, получается, именно, как они говорят, именно карта нужна. Да, МТС он не, да, видит, получается. Получается, если бы у нас была бы с тобой карта, то чип, не было бы... нужен чип именно с картой. Да, то не было проблем бы у нас разменять, взять денег. Так что так, ребята. Короче, с телефоном здесь не рассчитаться нигде. Только самой картой. Короче, ну мы карту забыли, что. Только мне интересно теперь, как хозяйка это сделает, вот это, который мы сейчас вот тур купили на... Ну не тур, а... Да, как она это сделает. Какой-то линк. Но мне кажется, это будет такой наш, она скажет, я тоже не могу ничего сделать, а то, что вы тому парню подарили, там, ну сколько ему, там, 600. Да, 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 это извините, типа, то до свидания. Это уже с ними сам разбирай, сами разбирайтесь. Как будто это вот нас сейчас не забронировали номер, бабки $100 подарили. 80 евро. Ну, 80 евро, ну почти 100. Идем, ну, так, да, идем так, солнышко. Да, и сейчас этому черному брату тоже мы с ним дали 650, да? 640 рублей. Ну, что, 10 рублей он еще взял, 10 рублей он еще так взял. Ты же там, ну, он тебя просто... заболтал он тебя. Нет, он сказал, я возьму тебя. Да, да, но... Цена-то была одна, договорились. Скидку попросили, а получилось без скидки, ну, да, все. Но, это я говорю, она просто, Лена у меня такая. Ну ничего страшного. Получается, ему 650 отдали. Это может на 5, а сколько будет? Да не хочу даже считать. 2000 рублей. Вот хватит, кого 1000 рублей здесь. Когда меньше забрали. Литр. Здесь литр стоит... Литр стоит 112 рублей. Но нам 3 литра. Нам 3 литра. Да она на 200 рупий сказать, да и все. 200 рупий, да и все. Что, сам говорит, рупий? На 200 рупий нам хватит. Да. Чу хангри, да. Че, он там заезжает или как? Че он там стоит? Попробуй карту рассчитаться. Она вон терминал принесла. Попробуй картой. Попробуй ради интереса. Приложи просто, это ничего не будет. Да, да, нет, нет. Короче, она это, нас игнорит. Почему? Потому что, короче, раз я заехал с выезда. Где у нас выезд, короче, я там заехал. И стал, получается, ну, мордой туда встал, мордой. И она нас все, короче, игнорила, короче, что-то. Вот, ну все, значит, наличка. Так, посмотрел, видишь, на камеру, что-то, что я снимаю. Значит, снимать нельзя здесь, да? Нельзя, да? Карты? Ну все, значит. Только так карты.